Всем привет, с вами Серега, и сегодня мы сделаем вот такие вот интересные наушники на молнии. Они очень прикольно выглядят, и они у вас не спутаются. Мы можем делать необходимую длину и также возвращать обратно. Ну и для этого нам потребуются наушники, вот такая вот молния и нитки с иголкой. Ну и первым делом нам необходимо отмерить, сколько же вот этой молнии нам потребуется. То есть мы ее стелим вот так вот и выкладываем наушники вдоль. В принципе, почти полностью. И вот здесь вот мы отрежем. Нам будет необходимо приклеить наушники вот так вот вдоль по всей молнии. То есть мы их вот так вот приклеим с одной стороны и второй наушник, соответственно, с другой стороны. Чтобы они у нас держались более лучше, мы еще вот здесь вот немного зашьем ниткой. Ну и вот здесь вот мы отрежем все лишнее. Ну что ж, будем пока все это приклеивать и пришивать. В принципе, можно приклеивать с помощью обычного клеевого пистолета. Ну вот, вот так вот это все у нас приклеилось. И теперь мы это начинаем потихонечку сшивать. Вот, вот так вот мы все сшили. Ну и теперь мы сшиваем второй наушник. Все пришито. Ну и теперь нам необходимо здесь вот отрезать все лишнее, и можно уже будет их проверить. Ну вот, вот такие вот они у нас получились. Такие вот наушники. Открываем их на необходимую длину. Ну что ж, самое время их включить и проверить. Они отлично играют. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Серега. Всем пока!